поздравляю вас с выходом в 1/4. В большинстве случаев контролировали мяч. Чего не хватало в атаках? В атаках не хватало организованности, я думаю, и вот именно голевого паса хорошего, чтобы можно было завершить атаку голом. Вот. И реализация, естественно. После перерыва как-то меняли тактику? Чуть меньше стали владеть мячом? Да нет, мы всю игру играли в пресс, пытались отобрать мяч, забить гол. Вот. Не ждали ничего от соперников, просто сами пытались диктовать условия игры. И последний вопрос. Следующая игра у вас будет с СВБГ СУ. Как-то будете готовиться? Как будете вообще готовиться к следующей игре? Да, как и на все игры, так же тренироваться просто. И все. Я не знаю, как ребята играют, посмотрю еще их матчи. Вот, и от этого уже будем отталкиваться, пока я не знаю.